Петербургские студенты встретились с лучшими психологами северной столицы. В городе на Неве во второй раз прошел фестиваль позитивного общения «Живой диалог». Бросить кости и узнать ответы на сокровенные вопросы все желающие могли на мастер-классе по игре в Лилу. Эта древняя индийская забава помогает разобраться в себе уже несколько тысяч лет. За сутки, что длился фестиваль, наладить контакт можно было не только со своим внутренним миром, но и друзьями, работой и второй половиной. Для того, чтобы человек научился отличать хорошие торты от плохих тортов, ему необходимо дать это попробовать. Наши ребята, они не знают, что такое психологические услуги именно в большой палитре. Мы даем 50 психологов, то есть 50 мастер-классов, на которых они могут увидеть, что а, психологи отличаются, б, психологи не страшные, в, психологи интересные, и д, психологи действительно могут принести большую пользу. Студентам на фестивале отводилась не только роль пассивных слушателей. Любой мог помочь в организации, став волонтером. Если перед аудиторией выступали только профессиональные психологические тренеры, то музыкальную часть фестиваля тоже взяла на себя молодежь. За день на сцену вышли 6 начинающих команд. В следующий раз организаторы обещают устроить фестиваль позитивного общения уже в июне в формате open-air.